Алматинцев планируют обязать выгуливать своих питомцев только на поводке. Специалистами составлен целый список пород, которых выводить на улицу можно будет исключительно в намордниках. Это целых 32 вида, в основном охотничьи и бойцовские псы. Перечень утвержден Управлением сельского хозяйства совместно с кинологами. В то же время для некоторых пород все же сделали исключение. Есть породы собак, их называют брахоцефалами, то есть укороченными мордами, да? Есть такие виды породы собак. И собаки, не превышающие в высоте в холке 25 сантиметров, им разрешается выгуливаться без намордника, согласно этих новых правил. Владельцам собак также намерены запретить выгуливать своих питомцев в состоянии опьянения, а также выводить их на спортивные детские площадки. Под запрет попадает и купание собак в водоемах города. Также планируют обязать горожан убирать фекалии за своими четвероногими любимцами. Следить за чистотой и правильной прогулкой будут местные полицейские. За нарушение владельцам собак предстоит выплатить штраф свыше 7 тысяч тенге. Отмечу, что поправки еще обсудят депутаты маслихата города. Выводят нормально, всегда, когда они справляют нужду, они отворачиваются. Даже не смотрят, а эти экскременты остались на месте. А там люди, дети гуляют везде, ну, разные ситуации, поэтому надо повысить ответственность этих людей.